В чем смысл жизни? Где ты был этой ночью? И что же такое любовь? Это три вечных вопроса, на которые люди затрудняются дать ответ. Женя, ты видишь эти эндорфины, которые витают в воздухе? Сегодня 14 февраля, день, когда люди понимают, что они все-таки умеют любить. А программа «Коза» умеет любить, и не хуже, чем кто-либо другой. И сегодня мы находимся в ресторане пивоварня «Альпир», и, может быть, именно в этот день мы найдем ответ на один из этих вечных вопросов. У тебя есть девушка для плотских утех? Ну, я Святой Валентина. Святого Валентина не может быть в априори девушки. Как-то же должны Святые Валентины выживать в этой жизни. Но ведь без любви физической просто... не будет любви душевной. Я согласен с вами. Я когда вот Святой Валентин, я сам. А когда я снимаю костюм Святого Валентина? Эй! Конечно, у меня есть любовь. Раз в году я Святой Валентин. А так я обычный работник, я как бы картошку копаю. Сколько должен стоить подарок, чтобы ты не обиделась? Цена, по-моему, не главное. Главное, чтобы было внимание. Тогда почему, когда сегодня я направлялась в ресторан-пивоварню «Альпир», по пути я услышала, как мужчины обсуждают то, что подарок на 600 гривен уже не катит, и что девушка им недовольна. С чем это связано? Потому что мужчины уже разбаловали девушек, и им даже 600 гривен мало. Признайся честно, ты сегодня сюда привел свою девушку для того, чтобы посмотреть футбол? Нет. Точно? Да, чтобы послушать музыку. Не для того, чтобы провести 14 февраля со своей тропой. И это тоже. Сколько ваша любовь уже длится? 4 года. Пережили тот момент, когда любовь живет 3 года, кризис, расставание, расстояние, ошибки, все поняли, и теперь? Все нормально. Люблю людей, которые отвечают коротко и ясно, и по существу. Все хорошо, да? Да. Творческого человека. Любовь — это? Любовь — это то, что люди не могут объяснить и не объяснят никогда, но это что-то живет в нас и заставляет делать какие-то сумасшедшие поступки. И Экзюпери писал, быть ответственным за того, кого мы приручили. Кто в вашей паре кого приручил? Конечно же, она меня приручила. Но если бы она не смотрела «Козу», то я бы сказал, что я ее приручил. Маня, привет! Привет! Я тебя люблю. Почему мужчины перед тем, как вот наступает 14 февраля, бросают девушек? А что мне ответить? Я не знаю. Козлы. Мужчины склонны к тому, чтобы не дарить подарки, и из-за этого бросают своих дам 14 февраля. Завтра у меня будет рабочий день, капец им всем. Святой Валентин, объясните, пожалуйста, мне, почему мужчины склонны бросать девушек перед 14 февраля? Потому что у мужчин натура такая, они логисты. И логично бы было бы бросить перед 14 февралем, дабы что? Сэкономить! Как же можно экономить на девушке? Ну а ты знаешь, сколько сейчас стоит летняя резина на Мерседес? Помнят жвачки Лавис, правильно? Если бы вы были их автором, что бы вы написали на одном из вкладышей? Любовь – это быть рядом. Любовь – это постоянная поддержка. Что такое любовь? Любовь – це шалене почуття до нестями.